Известно всем давным-давно, что по утрам полезно с петухами просыпаться нам. Однако можно сделать исключение. Ах, воскресенье! Сегодня выходной, и утром все кругом объято непробудным и беспечным сном. Забыты все заботы и волнения. Ах, воскресенье! Но вспомнила я вдруг, что ждет меня мой друг. С милым бродить всегда приятно. Мы снова с ним вдвоем витрины обойдем, ведь это удовольствие бесплатно. Но, увы, проходит быстро наш воскресный день, и утром в понедельник просыпаться лень. Скорей бы вновь настало воскресенье. Ах, воскресенье! Быстро наш воскресный день, и утром в понедельник просыпаться лень. Скорей бы вновь настало воскресенье. Ах, воскресенье! Ах, воскресенье! Ах, воскресенье!